Всем привет! Сегодня разберем, сколько может стоить 50 копеек 1986 года. Полтинник 1986 года имеет всего две разновидности. Первая. Дата на гурте 1986. Это обычная монета, практически не имеющая ценности. Вторая. Дата на гурте 1985. Это редкий вариант, стоимостью от 7500 рублей. На моей монете на гурте надпись 1986. Это означает, что у меня обычная монета. Если бы было бы 1985, тогда бы монета стоила бы денег. На этом я закончу свой обзор. Хочу поблагодарить Александра Пономарева с канала «Помним о прошлом» за помощь в создании этого ролика. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Заходите, подписывайтесь. Всем пока!